В Карачаево-Черкесии запустят три новых масштабных проекта. В нашей республике заработают карта жителя, карта туриста и скипас на базе карты МИР. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и генеральный директор платежной системы МИР Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее Светлана Шаганова. На базе платежной системы МИР появится карта жителя Карачаево-Черкесской республики и карта туриста. Кроме того, согласно соглашению, в республике планируется к запуску процесс по внедрению сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью оператора платежной системы МИР. Многие ездят в Карачаево-Черкесию. Это прекрасный край, замечательная природа, горнолыжный курорт. Вот чтобы и жителям республики, и туристам, которые, кстати, один из продуктов – это карта туриста, вот, чтобы было пребывание в республике максимально комфортным, удобным и выгодным в том числе. Спасибо большое. Хочу еще раз поблагодарить Рашида Бориспеевича за этот проект. Это популяризация не только безналичных платежей, и в том числе и финансовой грамотности населения. Абсолютно. И здесь я хотел бы вас лично поблагодарить за то сотрудничество, которое сегодня мы с вами вместе реализовываем. И уверен, что с таким прекрасным названием, как МИР, да, я думаю, что у нас все получится. И в ближайшее время мы с вами можем уже будем говорить о тех результатах, которые мы с вами добились. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Еще один масштабный проект, запуск которого объявлен на экономическом форуме – карта туриста Карачаево-Черкесской республики. Он представляет собой механизм по повышению туристической привлекательности региона. Планируется, что туристы смогут регистрировать свои уже имеющиеся карты МИР на специальном портале в качестве карты туриста. Это позволит гостям республики получать от объектов и предприятий туристической отрасли региона различные привилегии, в том числе скидки или кэшбэк за покупки, оплату проживания, питания, туров и так далее. Как было объявлено в рамках подписания соглашения, в ближайшее время будет создана рабочая группа с участием профильных органов власти республики, экспертов платежной системы МИР для формирования дорожной карты по реализации всех проектов. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево-Черкесия.